В одном из вузов Павлодар открылся магазин без продавца. Здесь посетители могут оставить деньги и забрать желаемую вещь. Пока в магазине продаются только продукты питания. Однако в будущем количество товаров будет только увеличиваться. Проект призывает молодежь к честности и учит быть нетерпимым к воровству. Первый магазин посетил наш корреспондент. Этот магазин отличается от других, потому что здесь нет продавца, а человек, желающий совершить покупку, приобретает товар, оставляя деньги. «Лавка честности» – такое название носит данное мероприятие, которое проходит в рамках республиканской акции «Территория честности». Мы хотим воспитывать и так, чтобы мы из наших стен выходили честные госслужащие, честные милиционеры, честные юристы, честные продавцы, честные инженера. Поэтому быть честным, сейчас это модно, быть честным, сейчас это нужно. Студенты говорят, что магазин удобен тем, что во время перерыва можно мобильно купить товар. Цены на овощи, напитки и другие продукты доступные. Подобная торговля формирует у молодежи положительные качества. Я думаю, что лавка очень удобна, открыта, потому что бывали случаи, что продавцы не все честные. Ну, так часто иногда бывает. А тут люди могут, студенты, могут видеть цены, брать. И, полагаю, это даже сам для человека это удобно будет. Он смотрит цену, ему удобно, он берет, он знает, что его не обманут, потому что он сам покупает это. Проект получил высокую оценку областного департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции. В целом идея берет свое начало из Европы. Там имеются более крупные проекты, супермаркеты без продавца. Такие торговые места учат общество быть более гуманным, ценить такие качества, как справедливость и честность. В будущем каждый из этих студентов будет специалистом своей отрасли, бизнесменом. И уже сейчас мы должны сформировать в них нетерпимость к негативным качествам и проявлениям. Если это сделать сейчас, то это поможет ему в будущем. Такова миссия мероприятия. Специалисты отрасли говорят, что такие магазины формируют у молодежи негативное отношение к коррупции. На сегодняшний день проектом заинтересованы и другие вузы региона. Ринат Абдулкаюмов, Кондык Танабас, Досымбек Тукай, Иртас Акпарат.